А вот расскажите, как на работе к этому вашему хобби относится? Это же интересно, что вы и инженер, и поэт. Для работы это секрет. А, то есть на работе никто не знает? Ну, почти никто. Угу. А о чем вы пишете? Ну, темы разные. В основном это все, что попадается на глаза. Как говорят, принцип Акына, что вижу, о том и пою. Так и здесь что-то увидел, заметил какой-то интересный сюжет, и об этом складываются строки. Вот как-то утром шел на работу, как раз начиналась осень, первый лед застыл, парень шел легко одетый, так вот бедный ежился, и сложились четыре строчки. Ну вот и в первый раз замерзли лужи. Не волнуйтесь. Да. Да, это вы просто извиняюсь, не это мой вообще первый прямой эфир. Ага. Ну и но сегодня вот и в первый станете... раз замерзли лужи. Глубокой осени дыхание пришло, и поутру прохожий, как будто бы простужен, озябший кутался в недлинное пальто. Вот сегодня, я думаю, вы станете суперзвездой, потому что, считайте, вы в первый раз у нас тут в гостях, и еще и тем более на работе никто не знает, что вы стихи пишете. А, вот вы расскажите о книжках, вот вы сегодня их с собой принесли. Да, у нас так сложилось, что нам подарили три книги. Это дебют 2018, Георгиевская лента 2017 года издания, и сборник стихов «Наследие», сборник посвящен молодым поэтам. Вот. И здесь как раз был напечатан наш земляк, поэт, вот Константин, который здесь находится. Но на что я обратила внимание? Прежде всего, конечно, на содержание этих книг. Оно самое разнообразное, но вот в стихотворении Кости, конечно, чувствуется особенность какая-то, наверное, вдохновенность или полетность. Хотя надо сказать, что стихи я очень редко читаю, я больше предпочитаю прозу. Ну вот Костя нам, наверное, сейчас прочтет стихотворение, которое называется «Как странно то, что нравится вам осень». Оно такое, знаете, лирично настроенное. Тебе текст нужен? Держи. Можно оставить. Тоже как-то попалась заметка, что человеку нравится осень. Ну, фраза «нравится осень» стала как-то крутиться в голове, да, послужила вдохновением, и на нее сложились четыре четверостишия. Как странно то, что нравится вам осень, хотя по-своему прекрасная пора. Мы ярких красок у нее не просим, она их щедро дарит нам сама. Ковром зеленым стелятся поля зимних всходов, напротив золотистые поля готовы к жатве, и иней на траве от утренних морозов, а в полдень солнце греет очень жарко. От нежно-желтого до яркого багрянца изменит цвет свой зеленью листвы, нальются яблоки душистые румянцем, щедры на краски поздние цветы, линяет небо с серого на голубое, и может сотню раз за день сменить свой цвет обратно. И настроение странное такое, немножко грустно, и немножечко приятно. Красивое стихотворение. Есть еще, пара произведений, которые мне хотелось бы, чтобы Константин прочел. Они тоже вот как раз сегодня, у вас как раз был сегодня психолог, говорили об отношениях. И вот об этих отношениях как раз я нашла стихи у Константина. Давай, Константин, как раз ты мне еще должен будешь рассказать, что натолкнуло тебя написать такое. Ну, что натолкнуло? Ну, вот, тоже случайная фраза в интернете, вот, попалась в соцсетях фраза, что твой, это когда в сердцах послала ко всем чертям, дверью хлопнула, а через два часа выглядываешь за порог, а он так никуда и не ушел, стоит, топчется. Вот значит, это человек твой. Ну, на эту тему сложились тоже несколько четверостишей. Когда дошло все до нелепого скандала, которого причина неизвестна толком, меня в сердцах ко всем чертям послала, и в раздражении дверью хлопнула. Но через два часа эмоции улягутся, ты подойдешь к окошку от дождя намокшим, меня увидишь, ждущего тебя на лавочке, от сырости и холода продрогшего. И пусть в ведре совсем немного мусора, накинув плащ, ты спустишься по лестнице, чтобы с подъезда, выходя на улицу, как бы случайно вновь глазами встретиться. Пусть подобрать слова проблема трудная, но взгляды сами скажут все собой, ведь ты красивая не только, но и мудрая. Поймешь. Какое красивое стихотворение. Вот мне кажется, вот это любовь, когда такое вдохновение, там все равно не только, наверное, у вас строчки из интернета, скорее всего, были. Ну и все равно это же чувство, вдохновение. Ну, чувство есть у всех. Да. А еще стихотворения какие у вас еще есть? Еще одно есть стихотворение.
Оно тоже необычное. Оно необычное тем, что само название необычное. «Как устала я ангелом быть». Угу. Я вообще предполагала, что это будет, ну, иной смысл в него вложится. Но когда вот я прочла, вернее, узнала, о чем это стихотворение, вот тогда... Ну, тогда давай ты сначала прочтешь, а потом расскажешь. Тоже поводом для стихотворения послужили слова одной знакомой девушки. Ну, просто бывает, что когда человек от всего устает, хороший человек, примерно ведет себя достойно, примерно хороший в жизни. Но потом наступает момент, когда от всего устаешь, и, как говорится, хочется напиться, забыться в хлам, чтобы потом все слетело и начать жизнь с нового листа. И в эту тему сложилось стихотворение «Как устала я ангелом быть». Как устала я ангелом быть, как мне хочется быть просто женщиной, иногда о морали забыть, непредсказуемой быть, переменчивой. Как устала я ангелом быть, эталоном быть в море безнравствия, мне бы душу кому-то открыть, да боюсь негативных последствий. Как устала я ангелом быть, тесно крыльям моим под одеждою, я хочу все невзгоды забыть, я живу о прекрасном надеждою. Как устала я ангелом быть, как мне хочется быть просто женщиной, как мне хочется просто любить, быть на счастье взаимном помешанной. Мне кажется, вы прям передали все мысли женщин, многих женщин, да, в этом стихотворении. Такое женское. Ну, это, наверное, что-то из ряда фильма «О чем думают женщины». Ну да, в принципе, подходит. А вот расскажите, может быть, родители у вас поэты, кто-нибудь пишет, может быть? Нет, не припомню, чтобы кто-то что-то писал. А это, получается, вот только вы, да, в семье пишете? Получается, как-то да. Mm-hmm. Кто-то же должен быть первым. Mm-hmm. А вот расскажите о первом конкурсе, вот, в который вы подали заявку. Ну, вообще, как я говорил, что на портале сайта «Стихи.ру» я зарегистрировался в 2007 году. И именно вот побуждением как-то был конкурс «Георгиевская лента». На эту тему вообще стихи никогда не складывались, строки. Вообще, ну, сложная тема, в принципе, для восприятия. Она чувственная тема с серьезными переживаниями. И сложились строки, которые как-то было жалко, что они пропадут. Решил их донести для людей. И пришел зарегистрироваться, отправил туда свои стихотворения. Там сказали, что да, уровень достойный, принимаем к изданию, к конкурсу. Корректировок никаких не было, корректировок, да? Нет, корректировок нет. Интересно. То есть там, в принципе, принимают все, особо слабые отсеивают. То, что достойное, печатают сборники. Это затем потом из сборников выбирают наиболее сильных участников там, и из тех выбирают победителей. Ну, в принципе, в победителей я не вышел. Там как раз это тем более, что это был первый конкурс, и посвященный именно гражданской тематике, патриотическим темам. Количество участников, я не знаю, там 1000-1500, наверное, было. То есть попасть в десяточку победителей никому неизвестному человеку очень сложно. Мне вот с этих стихов и начал. Но одним из стихотворений... Я подержу? Да, не обязательно. Одним из стихотворений, которое посвящено войне, это стихотворение, посвященное блокадному Ленинграду. Все мы знаем, что Ленинград подвергался более 2 лет практически полной блокаде, был в окружении, и там была очень напряженная обстановка у жителей с продовольствием. И в 41 году по осени, в конце 41 года до начала 42-го были очень жесткие нормативы по отпуску хлеба. Всего в сутки люди получали всего 125 грамм хлеба. Причем это хлеб не в таком понимании, как мы привыкли сейчас есть за столом, который сделан из муки, а практически наполовину, если не больше, туда для веса добавлялось малосъедобные продукты. В лучшем случае отруби, а то и просто древесные опилки, чтобы люди вообще хоть что-то могли есть. И вот норма для иждивенцев, для служащих была всего 125 грамм. Это была единственная еда, что люди получали. Вот в эту тему сложились строки. Санкт-Петербург звучит красиво, но город-герой – Ленинград. Его утюжили бомбы и мины 2 года с лишним подряд. И ленинградцы хлебнули сполна в лихую годину войны. Глядя в лицо, они били врага, а голод их бил со спины. 125. Нам не понять из сытого нового века,
как можно было на них выживать замерзшему в кость человеку. За этими граммами длинная очередь, порою до километра, стоят ленинградцы днем и ночью в мороз под терзающим ветром. И каждая крошка в огромной цене дороже, чем золото мира. Видели хлеб ленинградцы во сне в промерзших холодных квартирах. Что сегодня к нам пришли, что рассказали нам о Константине, показали его нам. Спасибо, что прочли нам такие красивые свои стихи. Желаем вам, конечно же, дальнейшего творческих побед и побольше вам музы.